Да, мус у нее, кажется, да. А, это, короче, вот эта женщина, они сейчас, ко мне она приходит, она сейчас как царица, она из себя представляет царица, какой, даже выше царицы, и ко мне пришла, к одинокому старику с собачками я, который, да, говорит, ты здесь жить не будешь, ты эту землю не покупал. Короче, она, ну, я не знаю, что дальше потом будет, но она, короче, сейчас мне будет диктовать, короче, приходить, видать, с этой собачкой, и диктовать мне будет свои условия, короче. Ты здесь серишь, здесь ты все делаешь, гадит, так далее и тому подобное. Вот, короче, я очень страшен для всей планеты. Вот мы собачками очень страшны для всей планеты. Вот потому что эта дама с собачкой пришла и вот так заявляет. Она даже по телефону звонила. Вот. Что-то там кого-то вызывала. Я говорю, да вызывай. Я что, куда сбегу? Я здесь на месте буду. Это что она? Ёшкина. И вот она позвонит, так звонит еще. Думаю, что это и испугался. Она. А я просто этой бабе сказал, вот ты можешь только со стариками и с детьми, с маленькими, вот так говорить. А у тебя таланта не хватит самой что-то сделать там или что-то такое умное. Она, видать, в жизни-то не работала никогда, видать. Да и она понятия в жизни-то природу-то не знает, что это такое природа. Она. Свою только, я смотрю, у нее собачка такая лохматая вся. Она только вот знает вот это, ну, расчесывает свою собачку, вот у ней. Вот, может, это только талант есть, и все. И, ну, и еще, ну, бабы, сами знаете, какой у нее талант. Ну, в этом только и все, больше. А я в этих баб не нуждаюсь, они мне совершенно не нужны. Да. Зачем они? Пускай это вот как, вот Распутин раньше был, потом Охлобыстин сейчас у нас такой есть, еще появился, я как-то про Охлобыстин, у него очень много детей. Вот эти пускай занимаются этими сексом с глобальным, да. А оно мне не надо, этот глобальный секс. Да. Глобальный секс, если был бы у меня дипломат большой, да, дипломат большой, там евро было бы, вот этот дипломат, тогда я бы занимался глобальным сексом, а так мне... Денег нету, ничего. Вот и у меня природа, вот я этим занимаюсь, на тык-тык-тык, собачками, на вот это у меня. У меня вот корм им тащу и все. И они живут, собачки. Они плодятся у меня, плодятся, я их все. Вон крысы их, собачат едят, крысы голодные, вот сейчас крысам не хватает, потому что почему пищи не хватает? Пищи есть, можно тащить. Но у меня велос сломался. Я на велосе по четыре рейса бы делал. Ну, велос сломался. Вот сейчас накоплю на велос. Ну, полегче. Ну, там уже весна будет. Они уже, собаки-то и сами уже, там начнут уже мыши вылазить с земли и так далее. И тому потом они поедят все. На. Вот, добрые, никого не кусают. Это же люди вот так специально ходят. Они, знаете, люди как ходят-то? С вилками. Я думаю, для чего не с вилками? Они этой вилкой в задницу себе вот так колят, колят. И говорят, собака укусила. Я ужас. Вот лишь бы только сказать, что собака укусила. Ой-ой-ой, что только не делается. С вилками ходят. Вот колят ноги, задницу колят. И собаку укусила. А собаки смотрят на нее, на эту дурость, думают, да что да. Один вообще какой-то придурок на коленке встал и гавкает на этих собак. Я вот дурдом, натуральный дурдом. Представляете, ко мне приходит дурдом, натуральный дурдом. Они что там, или точно, видать, обкурились, опились на... Черт, пьяный, всякий, да, с какими-то фюриками. Один тогда с коньяком зашел, я говорю, да пей ты этот коньяк, он мне совершенно... Если я надо, я свое сам выпью. Что надо мне, то и попью. Я же говорю, вот мне вот надо, например, я коньяк пью, надо виски попью, надо. То... И вы думаете, что я деньги плачу? Я деньги не плачу, я их так нахожу. Нахрен мне деньги, на? Это вы деньги платите, на? А я не, на. Вы за газ, за воду, за все платите, на. А я бесплатно все. У меня коммунист.